Здорово, друзья! Здорово, подписчики! Вот я из Китая посуд приехал. Чё, будем открывать, проверять. Давайте поближе. Не знаю, сейчас посмотрим. Тоже фигня. Ну, блин, упаковано, конечно, зачетно. Зачетно. Одна слой пупурка. Второй слой. Простой пакет. Опа, вот у нас. Давайте поближе. У нас сегодня за этот. Настя снимает. Экшн-камера. Самая дешевая китайская экшн-камера. Все, будем разбираться дальше. Открываем. Опа. Комплектация. Инструкция. Это нам не надо, сроду не надо, как бы. Так. Сам экшн-камера уже внутри. Не знаю, как называется корпус. Напишите там, как называется. Камера, сам экшн-камера. Дополнение. Задняя крышка. Где-то тоже не знаю. А, тоже не знаю, что такое. Ладно. Тут крепление какая-то. Вот одна проблема. Вилка-то китайская. Не знаю, что буду делать дальше. Да. Ладно. Дальше пошли. Крепление. Это, наверное, посмотрим поближе. Для чего? А, отдельные крепления. Маленькие, большие. Для головы, наверное, скорее всего. Так. Видео буду снимать потом отдельно, если что там добавление в конце добавлю. Крепления там всякие есть. А, даже, смотрите, на велосипед есть. На руль крепится. Классно. С резиновыми накладками. Вот, не знаю, как это. Так. Ой, всякие крепления. Шнуры имеются для зарядки. Ну, не, зарядка, бляха-муха. Китайская, конечно. Что-нибудь придумаю. Может, от телефона подойдет. Посмотрю, какие там полярности. Вот, ребята, в принципе, все, что имеется в комплекте. Кому понравился, лайки. Кому не понравился, напишите в комментарии. И вот, 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 тут не забыл. Вот ты должен подписаться. Я тебя жду. Подписывайся. Все, давай.